открытом всем ветрам утесе на северном полюсе. Кажется, у нас там крики впереди, но не могу установить визуальный контакт. Обнаружил зенитку с другой стороны живой изгороди. Там расчет минимум из двух человек и пара МГ-42. Мне нужно огневое прикрытие для атакующих. Гарсия, Хокинс, берете левый фланг вместе с Рассетти и Джонсом. Остальные за мной. Бросайте гранаты, как только подойдем. Брейбер, Маклоски и Тейлор, поддержите нас огнем отсюда. Сдерживайте их, пока мы не подойдем. Хорошо, давайте и ждите моего сигнала. Нужно очистить другие дома! Шевелись!
Здесь все чисто! Американо же трубан! Это еще Второй этаж! Слева! Фаер!
кончились! Стрекой! Немецкие солдаты! Там, за бочками! По стопу! Домой! Потом подходите сами! Осколочная! Вражеская пехота! На первом этаже! Целите это! Прицел! Патроны кончились! Вражеские солдаты! Первый этаж! Браво! Тут чисто! Пошли! Кто-то там получил дымовую гранату! Еще один! На втором этаже!
рядовой! Меняю обойму, прикройте! Хорошо! Я думаю, что это последнее! Все сюда, ко мне! Тейлор, залезайте на эту башню с Брейберном и Маклоски и следите за противником. Все остальные займите позиции по периметру. Немецкая контратака! Брейбер! Бегом к полковнику Блейку и выбить на наше подкрепление! Уже, сержант! Брейбер 6! Это блок 5! Задача выполнена! В точке F! Вражеская пехота контратакует! Просим дополнительную поддержку! Блок 5! Послал несколько шарманов к вам. На имя прибытия 5 минут. При всем уважении, сэр! Я не думаю, что мы продержимся долго! Спокойно, Док-5! Удерживайте город, пока мы вас не освободим! Отбой! Немецкий миномет! Северо-восток! Bleiben Sie!
Хорошая работа, ребята. Проверьте, что ваши сектора хорошо укрыты, и мы встретимся здесь снова через час. Свободны.